Всем привет, это очередной видеоблог про Ригу. Короче, тема такая, я опоздал на поезд, нужно было в 7:40 ехать утром, Рига Даугавпилс, я опоздал. Вот такой вот маленький случай из моей жизни, когда невнимательно спросил, на какой нужно было идти, в общем, перрон, чтобы поехать в свой родной город на несколько дней. Теперь нужно ехать другим рейсом 12:40. Теперь мне что-то нужно делать, короче, ждать, в общем, где-то гулять по Риге. Родственники тоже волнуются, почему опоздал, в общем. А я такой говорю, я просто перепутал. Ну, невнимательно, то есть не спросил. Я просто уверен был, что как обычно, это тот же перрон используется, там, Рига, Даугавпилс, Рига. Вот, так что пишите в комментариях, кто как часто опаздывал на поезд, там, и нужно было ехать на работу, либо в другой город. Я просто, знаете, я чувствую расстроен, но не обижен на жизнь. Просто, правда, хочется домой приехать, кое-кого повидать, с друзьями, со знакомыми повидаться, пообщаться, потому что город Рига для меня это чужой город. Меня испугал парень, который туда побежал, потому что я думал, это хейтер. Вот. Ну вот такой вот короткий видеоблог про то, что как я опоздал, в общем, на поезд. Большое спасибо парню с гитарой, он мне немножко поднял настроение. Я думаю, эта песня мне должна принести удачу. Ставь лайк этому видео, подписывайся на мой канал. Всем пока. Yeah.